Да не, не напряжно, все отлично. Работаем. Единственное, не хватает любви, отношений. Девочки не хватает. А, привет, привет. А, вообще супер, бомба. А как ты? Нормально? Отлично. А что тебе как бы по видео, что тебе не видно по видео? Да. Пока не видно. Давай перезайди еще разочек. Володя! Здорово! Что ты, когда на сечке-то приедешь, брат? А что ты шутишь там в комментах неудачно, братан? Не нравятся мне шутки твои. Лёха, здорово. О! Теперь видно тебя. Ой, какая ты красивая. Обалдеть. Спасибо. Куда, что мне теперь делать, я не знаю. Как я теперь сейчас спать буду? Ты откуда, рассказывай? Я из Молдовы. С Кишинева. Из Молдовы? Угу. Здорово. Ну, рядом с Настей где-то живем. Настя, это как ее фамилия? Стариат? Якуб. Настя Якуб? Что за Настя Якуб? У вас на проекте. У нас нет Настя Якуб. Анастасия Якуб. У нас нет такой фамилии. У нас есть Настя Стариат. Ну, Сэма, который. А, господи, блин, я и забыл-то про нее вообще. Она просто... Она просто на поляне, а я на островах. На пальмы. Кайфуем. Понятно. Вот, а что ты? Что ты хочешь? Расскажи мне вообще, чем ты занимаешься. Ну, я хотела сейчас прийти на проект просто. Прошла кастинг. Да. Прошла кастинг? Ну, я не знаю. Не знаю, прошла или нет. Ну, как бы сделала видео, поговорила. Ничего себе. И кому ты интересно идешь? Мне вот прям интересно знать. Не кому скажу. Же ты идешь? Как это ты не скажешь? Ну, малышка, не знаю, не говорит пока, кому она идет. Но она очень красивая, братан. Малышка шикарная вообще. Ну, я, короче, эфир не смотрела. Вообще, обычно я не смотрю телевизор. Ну, так решила прийти на проект. И... Ну, мне предложили к тебе приехать. Кто тебе предложил ко мне приехать? Ну, как бы... Ну-ка. Ну, девочка. Ну, это здорово. Как-то. Слушай, но ты мне, в принципе, нравишься. Ты там связь громкую выключи, падла. Ай, мне смешно сама. Что слушай, ты там делаешь? Слушай, ты в Москве, так понимаю, сейчас находишься, да? В Москве сейчас находишься? Нет, я дома. А, ты... Так ты в понедельник, да, получается, на приход? Я не знаю, я не знаю, если я прошла дальше этот кастинг. Я сделала видео, как надо было, и
не знаю. Именно ко мне. И переобуваться нельзя. Переобуваться, говорю, нельзя. Что я не Если ты поняла? пришла, ко мне, то только ко мне. Я не поняла еще один раз, что нельзя? Переобуваться, то есть нельзя менять свои симпатии. Если ты пришла ко мне, значит, ты тут будешь только со мной рядом. Если ты будешь менять, и я буду выглядеть как проходным билетом на проекцию для тебя, то я соберу голоса, и ты поедешь домой. Вот так, да? Я тебе Это угрозы предупреждаю сейчас, да, сразу. пошли? Нет, это просто чтобы. Я вот не люблю, когда через меня будут проходить, как проходной билет я буду. Мне это не нужно, не нравится, мне это неприятно вообще. Так что задумайся, правильный ли ты выбор сделала. Нет, я просто еще не смотрела все эфиры, как ты пришел на проект. Я просто вообще не смотрю телевизор. Но мне Дом 2 нравится. Я раньше смотрела давным-давно. И сейчас вот решила попробовать. Просто я творческая личность и думаю. Творческая личность ты, Да, да? А чем ты мне. занимаешься, расскажи мне. Ну, сейчас я как бы не работаю, но я пою, шью одежду иногда. Шьешь одежду Да, ну иногда, я да? умею рисовать. Привет. Это мой братишка, мой Блин, а братишка. что у меня с лицом взять? Да пизда у тебя вообще там. Бухать меньше надо просто было. Если бы я бухала, было бы хорошо. А ты там не в паре? А мы не слышим, что она говорит? Нет, я не в паре. Мы не в паре, нет, мы просто Нет, друз я друзья. Я спрашиваю вот вообще. Нет, я вообще не в паре пока, нет, я не в паре. Я жду тебя, малышка. А как ты меня слышишь вообще? Я вот наушники. А, я думаю, как ты с вами Не хочешь, ты дам наушник? Проведем кастинг. А какой у тебя рост? 1,68 м. А, я тебя уже люблю вообще. Я тебя уже обожаю. А ты Почему? куришь? Нет. Еще не куришь, да ты чё? Обалдеть. Ну, как бы Сейчас заработаю. иногда, может быть, раз в несколько месяцев могу покурить. Вот так, по приколу просто одну сигарету. Но я не, Не, у меня давай нету вот без вредных этих вот привычек. приколов. Вот без этих приколов, давай. Почему? Вот я вообще не люблю курящих, потому что. Ну нет, я вообще у меня нет привычек плохих вообще, даже не кофе, не алкоголь, не привязанность или как, не привязанность, плохие привычки, короче, нету. А ты хочешь к нам Сила на воли проект большая у прийти? меня. Ты Да. хочешь к нам на проект прийти? Ну да, хочу. Но Можно кофе? я сказал, что я не буду проходным билетом. Если ты идешь ко мне, то только ко мне. Если ты будешь менять свои симпатии, я соберу голоса, и ты поедешь домой. Не, я послушал Черкасова, и он сказал правильные вещи. Ну я как? Я обычно никогда не тороплюсь быть в отношениях. Я люблю О, и это ты опять начинается. ухаживание. Я не буду, не знаю, если я приду, я не буду бороться прямой. Послушай меня, я со своим опытом пришла на проект. Что? Но с интересным опытом. Послушай меня, с моим опытом, я девочка, которая участвовала в многих шоу, и пришла мне тут же нос утерли. Поэтому ухаживать они могут, но засадить они тоже хорошо могут. Поэтому мы сейчас обнимаемся, а час назад мы могли друг друга засаживать. Поэтому это нормальная ситуация, понимаешь? Короче, знаешь, мне почему-то кажется, что она у нее позиция, как у Марины, которая была здесь. А у меня не такая была позиция. Нет, но я к тому, что она, ой, типа, ухаживайте за мной, я ничего делать не буду, типа, вот бегайте вокруг меня. Если у тебя такая позиция, то, увы, ах, вообще никак не прокатит. Короче, тут вариант, какая бы ты красивая ни была, вот, допустим, я мега красивая, они все равно сделают себе обратишку, что Вот это с тобой не так. юрец наш, братишка наш, вот А муж. из-за того, что я им не
даю, они вот всегда так. Поэтому готова ли ты выделываться? Просто они могут очень сильно сломать. Тут надо приходить с характером и с позиции. Угу. Понятно. А ты мне скажи, ты спортом каким-то занимаешься, нет? Но она мила, нет, она очень мила. Она очень мила, мне нравятся ее глаза. Мои спасибо. Губки, смотри, губки, губки, да. Я все натуральные. Ну-ка, покажи-ка, ну-ка. Нет, у меня всегда такие губы были с детства. Ой, а губы красивые, губы красивые. Я просто вот крашусь, вот волосы просто покрасила, так у меня нету ничего нарощенного или... Ботокс такой. У меня есть нарощенные волосы, ресницы. Сиськи сделала. Ну я как бы не против, просто мне повезло, наверное, так родиться. Мне нельзя, не надо ничего менять. Что? Слушай, так а фигурку эту твою не вижу, у тебя есть там, ну, покажи вот так. Нет. Нет, я не могу показывать ничего. Да нет, вот так, вот так. Просто. Нет, я в постели сейчас. А ты без ничего, что ли? Нет, ты наполовину. В трусиках и в кофточке. А, ну вот. Так что не могу ничего. Но нет, но что-то она не. Она, я так понял, не полненькая, мне нравится, да? Ну ты же заходил мне на страницу, ставил мне лайки. Да я, слушай, я ко всем заходил, я не помню уже, что там вообще. Знаешь, миллион просто поклонниц, я не понимаю вообще, кто там мне пишет. Я не писала. Звезда дома 2! Ты вспотел! Да, я тебя пот вытру. Вот, тогда я жду тебя в понедельник, мы с тобой обязательно пообщаемся, если ты действительно придешь. Я понял твою позицию, что ты не смотрела Дом 2, ты просто выделила меня, да, потому что я как бы свободна. А ты прошла кастинг, да, я так понимаю? Ну, я онлайн кастинг прошла. Я не знаю, если меня выбрали, я не знаю, и не сказали. А ты не звонили, что ты летишь или что-то такое? Нет? Или она в Москве находится? Она в Кнёве. Я вчера прошла кастинг онлайн. А что тебе сказали? Ну, спрашивали про меня, ну, одно и другое, потом мне сказали сделать видео. Типа. А ты с Йоси разговаривала? С парнем? С мужчиной? Йоси его зовут? Нет, с девушкой. С девушкой? Кто эта милая девушка? А ты кто по гороскопу спрашиваешь? Я Дева. А ты? А я Скорпион. Вообще-то нормальная совместимость. А ты, как девушка зовут, не знаю. Это Настя. Ты меня в эфир? А, ты меня в эфир кидала. Ой, слушай, Настя вообще просто вот закроет любого. Настя зовут, да? Да. Настя ее зовут. А кто она по гороскопу? Водолей. Водолей? Ты очень нежная, тебе нужен защитник, ты видишь? На что мне посмотреть? Ты, если бы ты видел мое видео, то там как раз про защиту, типа, зачем мне, типа, надо прийти на проект, я говорила именно про защиту там. Ты видишь даже, ты даже не видел мое видео, а уже вот сам... Сказал про защиту. А сколько тебе лет, прости за такой вопрос? Вот. Да, это неплохой вопрос. Мне 25. Меня слышите, да? Да. Да, слышим. Сойди, короче. Нам надо уход. Не со мной. Тебе не надо с ней, короче. Не со мной, а с ней. А. Так, ладно, красавица, пиши мне в директ, скидывай фоточки свои, самые лучшие фоточки, которых нету в Инстаграме. Чтобы я...